Родная деревня Пластово до сих пор влечет к себе художников своей первозданной красотой природы и деревянными, чуть покосившимися домиками. Все это отражено в картинах Ирека Харисовича. Главное, считает художник, передать реальное состояние природы. Печально склонившую свои полуголые ветви березку с последними желтыми листочками, одинокий свет в окошке, утонувший во мраке деревни, тени на снегу на дороге или закат солнца. Совсем недавно Ирек Нурдинов возглавил Дом творчества в Преслонихе. Там он знает каждый уголок и готов знакомить с ней приезжих художников. На весну у него грандиозные планы. Сергей Борисович, мы там были уже. У нас план такой с ним. Это с художественным музеем. Да, там у нас будет дом творчества для художников. Это мы будем делать там пленэры, которые будут приезжать не только с нашего региона, но у меня уже есть, которые хотят приехать из Грузии, Дагестан. Из Украины, из Донецка. Много очень хотят приезжать. Ирек Харисович считает, что художники – самые счастливые люди, потому что они могут показать свой регион таким, какой он есть, каким они его любят, знают и ценят. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.